Мусьё Пьер наш Дачкин. Мусьё Пьер наш Дачкин. По ночам пел арии Софочки из Зильберштангер. Софочка. Благосклонно внимала к его музицированию. Томно, облокотясь на подоконник, иногда украдкой показывала левую грудь городской шантропе. Чего-то радостно ухмылялась и плевалась в сторону Пьера Штачкина, выказывая тем самым полное пренебрежение оперным искусством. На дворе стояла весна 1901 года. Дело происходило в славном городе Бердичеве. В воздухе пахло сиренью, ландышами и рыбой фиш. Это был конец прекрасной эпохи. Дамы носили кринолины, папильотки, мужчины в мундире австрийского покроя, золотыми пуговицами в два ряда. По улицам носились извозчики и грузчики, разнообразили местный диалект новыми кучерявыми словосочетаниями. До еврейских погромов, Октябрьской революции и двух мировых войн.